Учитывая политику Соединенных Государств, о, блин, тоже люди являются поклонниками Сермана, а? На уничтожение нашей культуры и нас в целом, почему мы не можем нанести массированный удар атомным оружием по всем стратегически важным объектам противника? Сколь бы ни хороша была вражеская ПРО, вероятность уничтожения множественных стратегически важных объектов есть. При этом понесем ли мы больше потерь в населении при локальных боестолкновениях, которые реализуют наши враги? Или все же понесем меньше потерь в случае атомной войны? Камрад, ты никогда не задумывался о том, что если мы наносим ядерный удар, то по нам наносят тоже ядерный удар? И что речь идет о тысячах ядерных боеголовок, и что страна наша превратится в атомную пустыню или полупустыню. То есть, типа, давайте весь мир в труху, да, вот долбанем, да, долбанем, но потом. Ой.